По легенде учения, огонь возник в актовом зале начальной школы. По сигналу тревоги, ответственные за противопожарную безопасность немедленно сообщают о возникшей угрозе. Тем временем учителя начинают эвакуацию детей. Научить школьников и педагогов действовать слаженно и без паники в любой экстремальной ситуации – это и есть главная цель сегодняшней тренировки. Тем временем прибывают первые пожарные расчеты. Звено газодымозащитной службы немедленно отправляется на пояс очага возгорания. Параллельно второй расчет ведет разведку классов на случай, если остались дети. Часто в таких случаях ребята начинают прятаться в укромных местах. При проведении подобных учений изучается характеристика объекта, состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также состояние подъездов и проездов к объекту. Очень хорошо, что проводятся такие учения для школ города, для наших детей, что в случае, не дай бог, конечно, пожара, дети как бы обучены уже, получается. Между тем, очаг обнаружен и уже ликвидирован. Пожар возник в результате короткого замыкания. В актовом зале площадью 50 квадратных метров. Было эвакуировано 150 детей и 21 персонала. На учение было задействовано 12 единиц техники и 45 человек личного состава, в том числе от МЧС 35 человек, 8 единиц техники. Учения показали, что все службы взаимодействия, в том числе и самого объекта, отработали на должном уровне. Оценка удовлетворительна. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.